Это подкова висит. Да-да. О, а тут одни мышебойки все время. Мышебойки? Ну, кто-то валяется. Людей почти не живет. Типа этот Костелло наверху, да? Поэтому для любой скорости нужна сила. О, не бойся. Саня, стой, стой. Я тебя убахну вместе с ним. Скорость диагонального сноса и встречную скорость. Он добивается успеха. Только две скорости. Да, потому что третья скорость, она для тех, кто те две скорости не берет, под которые это цикл повторения ошибок. Да, да. Если эти две в порядке, то третья не возникает. Еще раз, какие две? Ну, на себя и от себя. Горизонтальный диагональный. Диагональный снос и то, что идет от тебя, горизонтальная скорость. А вертикальная? А вертикальная же мы не говорим, а вертикальная здесь. Они же вот и есть. Вертикальная.
поставлена вот так. Ну, все скорости вертикальные. Вертикальные. Посуди, природа-то их вертикальная. Всегда. У него скорости природа не вступает. В центре, блин. А Дипульси, вот это мотор Дипульси. Это ихняя прима самая главная. Кроме вот Дипульси в центре. Вот любимое занятие. Вот они там тащатся, слышки все. Красные эти, блядь. Красавцы. Вот настоящая дипульская центра. Там нас нам не рады. Вообще. Кто сказал, что мы все повернулись. Да? Ну да, все повернулись. Он сказал, типа, вот сейчас мое место, что вы делаете, типа. Да? Так все развернулись, конечно. Смотрели, ну.